Гороскоп с 25 по 31 октября 2021 года. Овны, в понедельник могут возникнуть проблемы с деньгами. Старые долги грозят повиснуть у вас на шее. В середине недели стоит предложить свои новые идеи начальству. Тельцы, стабильность позволяет вам спокойно смотреть в будущее, так что вы совершенно спокойно можете осуществить набег на магазины. В пятницу сотрудничество с постоянными деловыми партнерами может оказаться под угрозой. Близнецы, финансовое положение стабильно, вас ждет дополнительная прибыль, так что вы можете позволить себе все, о чем мечтаете, в том числе отправиться в путешествие или купить золото и бриллианты. Раки, в начале недели все будет безоблачно, не предвидится особенных финансовых затруднений, вы сможете проявить себя с лучшей стороны на новой работе. Львы, в первой половине недели могут быть удачны дела, связанные с недвижимостью. В среду постарайтесь не транжирить попросту деньги и силы. Небольшая сумма может поступить в четверг. Девы, во вторник вероятны денежные поступления. Если друг или родственник обратится к вам за помощью, постарайтесь ему не отказывать. В воскресенье желательно не устраивать шопинг. Весы, а ваши честолюбивые планы начинают реализовываться, однако на работе возможны проблемы и недоразумения. Но к четвергу ситуация наладится, в воскресенье долгожданное приобретение обрадует вас. Скорпионы, в начале недели вероятны перспективные деловые предложения, а вас ждет повышение по службе и крупная прибыль, так что вы сможете расслабиться и думать не только о работе. Стрельцы, в первой половине недели вы сможете преодолеть определенные трудности и ограничения и получить солидную прибыль. В выходные, возможно, придется работать. Козероги, в течение всей недели возможны небольшие денежные поступления из дополнительного источника доходов. В воскресенье предстоят траты на детей. Водолеи, финансовые проблемы могут озадачить вас, но в конце недели появится шанс для их решения, а во вторник и среду на работе возможно напряжение и постановка трудноисполнимых целей. Рыбы, финансовое положение недостаточно стабильно, так что сейчас не время для крупных покупок. В четверг вам придется отстаивать свою точку зрения перед коллегами.